А, я уже могу начинать? Кофе было бы хорошо. Все-таки тепленькое, такое вкусненькое, может быть. Пешком шел, да? Да, пешком шел. Я не знаю, люди, как вы здесь живете в Москве, честное слово. Сумасшедший дом. Вообще, это же просто, тут жить невозможно. У меня ухо сейчас заложено, у меня голос пропал, и это спустя 2 часа в Москве. Это вообще очень-очень странно. Но вы, большинство из вас из Москвы, насколько я понимаю. Да? Нет? Ну, как бы вы работаете в Москве, но не живете в Москве, правильно? Все приехали сюда? Ага, интересно, интересно. Ну, в общем, я в прошлый раз я был в Москве год назад. Это был очень интересный опыт, потому что я решил сделать пару фотографий в метро. Это многим не понравилось, в том числе полиции, милиции это очень не понравилось. Поэтому я решил, что я больше никогда не приеду. Потому что у меня был очень интересный опыт с полицией в прошлом году. Но вот спустя год я оказался вновь здесь. И, честно говоря, я даже рад. Теперь можно фотографировать. Вас разрешено фотографировать теперь? Ну, я не сидел, поэтому все нормально, все в порядке. Но за долгий-долгий путь из Рима сюда, с пересадкой в Вене, по-моему, у меня почти полностью пропал голос. Но теперь он полностью, вдруг ни с того ни с сего появился. Но мы сегодня будем говорить не об этом. Мы сегодня будем говорить о фронт-энде. Правильно? Или вы хотите говорить о чем-то другом? Фронт-энд? Фронт-энд хорошо? Кто фронт-эндер? Кто не фронт-эндер? Кто занимается чем-то наподобие, ну, скажем, user experience design, UX? Маркетинг? Адвокаты? Какие есть? Есть? Хорошо, хорошо. Кто занимается, прежде всего, performance optimization? Один человек, 2, 3.5. 4.5. Окей. В принципе, я очень рад, что познакомился с Андреем, по-моему, год назад на Яке или 2 года назад? 2 года назад, наверное. И мы так разговаривались, оказалось, что он работает в такой замечательной компании, которая называется Mail.ru, которую никто, конечно, никогда не слышал вообще. И у меня был аккаунт Mail.ru лет 8-9 назад. Он наверняка до сих пор существует или удаляет все аккаунты? Удаляет, значит, понятно. Да, ну я не знаю, существует он или нет. Но было как-то приятно, мы начали разговаривать, мы разговаривали о responsive web design, мы разговаривали о том, что здесь как бы в Mail.ru происходит в целом. И это было очень интересно. И в конечном счете, спустя год, мы как-то начали говорить, ну надо как бы что-то сообразить. Как-то приехать в Москву и что-нибудь, может быть, типа meetup или workshop, и что-нибудь сделать. И в итоге, спустя год, после того, как я не хотел сюда приезжать вообще, я оказался здесь все благодаря или из-за Андрея. Поэтому аплодисменты для Андрея. И сегодня, по крайней мере, мы так обсудили с Андреем, что сегодня было бы неплохо говорить действительно о фронт-энде. Я не знаю, насколько вы знакомы со Smashing Magazine. Кто из вас как бы читает Smashing Magazine каждый день? Ага! Я так и знал. Мы сделали много интересных вещей за последние несколько месяцев. И прежде всего, я сам занимаюсь, как бы я делаю воркшопы, я делаю talks. Я выступаю очень часто, но кроме того, я до сих пор редактор Smashing Magazine, главный редактор Smashing Magazine. То есть, в принципе, каждая статья, которая выходит у нас на сайте, она проходит через меня в какой-то степени. Но кроме этого, я... Да, Андрей знает, что публиковать статью — это не так просто. На это требуется время и усилия, и желание, и разговоры со мной. Я понимаю, что разговаривать со мной не очень приятно. Но, как бы, такова твоя судьба. Вот, но до сих пор, кроме этого, я занимаюсь консалтинг. То есть я работаю с большими, маленькими фирмами, пытаюсь оптимизировать фронт-энд и перформанс, особенно перформанс responsive websites. Кто из вас уже хотя бы один раз делал или строил responsive website? Кто считает, что это очень просто? Кто считает, что это довольно сложно? Кто считает, что это очень сложно? Кто считает, что это типа довольно сложно? И это на самом деле именно то, что многие клиенты, которыми я работаю, считают именно так. Сегодня я хочу рассказать о том, что мы сделали и что я выучил в работе, которую я сделал с большими и маленькими клиентами. И в целом,
Что вам нужно знать для того, чтобы создавать быстрые, шустрые responsive sites? Есть как бы такая теория о том, что создавать действительно очень быстрые responsive sites практически невозможно. В нашем случае просто при помощи 2-3 недель интенсивного оптимизирования мы смогли добиться загрузки страницы за 0,5 секунд. Это, по-моему, неплохо. Да? Нет? Кто считает, что это неплохо? Кто считает, что это довольно плохо? Кто хочет уйти отсюда уже? Еще никто. То есть в целом главная тема сегодня будет Smashy Magazine, но не именно from front-end perspective. Но перед тем, как говорить собственно, о той работе, которую мы проделали, я думаю, довольно важно говорить более абстрактно о том, что является performance budget. Потому что мы используем performance budget для того, чтобы действительно заставить разработчиков, дизайнеров, авторов, редакторов и всех создавать как бы и поддерживать быстрый responsive сайт. Кто знаком с этим значением термин performance budget? Кому это знакомо в целом? Performance budget — это, в принципе, довольно простая концепция. Энди Хьюм сказал в одном из своих выступлений, он сообщил, что он рассказал, что there is no, по его мнению, there is no difference for the user between a site being down and a site being inaccessible due to loading issues caused by blocking resources or slow network. Когда мы в целом думаем о performance, в целом мы считаем, что это как бы то, что делают люди, которые занимаются технологиями, которые пытаются оптимизировать сайт, которые пытаются сделать его быстрее и шустрым. Но кроме этого, я считаю, что очень важно думать о performance и для людей, у которых слабая связь, для людей, у которых которым просто очень... сегодня не мой день, это точно. Кофе было хорошо. Да. Под телевизором стоит чашечка. Проверь. А, так надо же показать. Окей. Okay. Честно говоря, мне было бы гораздо проще на английском, потому что я постоянно в голове перевожу на русский, но, наверное, надо на русском попытаться. Значит, фишка заключается в том, что, в принципе, для юзера нет никакой разницы, недоступен ли сайт вообще или он слишком медленный. Если он слишком медленный, это перформанс очень плохая. Если он недоступен, перформанс тоже очень плохая. Но в целом мы думаем о перформанс как оптимизирование для таких edge cases, когда связь слишком плохая. Да? Это edge case. Да? Такие вещи происходят довольно редко. Я не знаю, как многие из вас видели это или нет на телевизоре, когда смотрели футбол. Но я практически уверен в том, что когда произошло, когда было 0-7, кто-то вручную скроллил вниз этот iframe, и в нем был CSS overflow hidden в CSS. Я почти уверен в этом. Но я пока не нашел доказательства этого, но я практически в этом не сомневаюсь. Ну, может быть, это он как бы очень долго старался или тренировался, я не знаю, может быть. Но это edge case. Мы, когда говорим о performance, часто мы говорим о таких edge cases, но это неправильно. Вот другой edge case. Я использую T-Mobile, и T-Mobile — это провайдер мобильной связи. T-Mobile разделяет страны на 3 группы. Хорошие страны, не очень хорошие страны и совсем нехорошие страны. Где находится Россия? Россия находится в 3-й группе. И если я... Что? Ну, я понимаю. В России, если сейчас выниму свой телефон, начну использовать роуминг, и мне пришлось сегодня использовать роуминг, потому что мы использовали Airbnb, и это был кошмар, но я об этом расскажу потом за пивом. Мы платим 79 центов за 50 килобайт. 79 центов за 50 килобайт трафика. Проблема заключается в том, что если я хочу загрузить Vogler.co.uk в Москве сейчас, мне придется заплатить 93 евро 13 центов для того, чтобы загрузить полностью всю страницу Vogue.co.uk. Потому что они используют Retina Images по дефолт, и потому что они используют... Они посылают самые-самые большие картинки в самом большом разрешении. Моя проблема в этом заключается в том, что за те же деньги можно, в принципе, купить 16 изданий печатного Vogue здесь, в Москве. И это просто неразумно. Но на самом деле, честно говоря, я соврал. Потому что здесь написано, что когда я достигну 50-90-50, связь разорвется автоматически.
И потому что Vogue.uk построен таким образом, что многие JavaScript находятся в заголовке страницы. Я заплачу 59.50, чтобы увидеть абсолютно чистую белую страницу. И за те же деньги я, в принципе, могу получить белую страницу за ноль при помощи About Blank. Да? Это просто неправильно, это просто не круто. Вот еще один edge case. Этот edge case, наверное, знаком многим из вас. Мы заходим на замечательную страницу, и мы знаем практически, мы чувствуем, что HTML уже доступен. Мы знаем, что CSS уже доступен. И мы видим все равно не контент, не текст, а link underlines. И потом внезапно иногда появляются шрифты, появляется первый шрифт, потом появляется второй шрифт, потом появляются остальные другие шрифты. Я считаю, что такое поведение на страницах – это просто недопустимо. Это просто «it's not cool». «It's really not cool». Очень долго мы пытались сделать, как бы оптимизировать эту страницу таким образом, чтобы я, потому что я путешествую очень много, чтобы я мог редактировать наши тексты, наши статьи онлайн. И часто мне приходилось работать в поездах или в автобусах, или в туннелях, где просто нет нормальной связи. И постоянно, допустим, edge connection или no service и так далее. И я очень рад, что наконец-то сейчас я могу использовать и редактировать наши тексты даже на edge, без проблем. Это очень круто. И мне не нужно ждать, пока шрифты загрузятся. Вообще, в принципе, сама идея загружать, ждать, пока шрифты загрузятся и блокировать загрузку контента, это, по-моему, очень-очень плохая идея. Но об этом мы еще поговорим в отдельности. Потому что на самом деле причина, почему перформанс очень важен сам по себе, потому что никто не любит ждать. Я не знаю ни одного человека, кто любит ждать. Но у нас есть проблема, и проблема заключается в так называемой network latency. Как это перевести на русский latency? Сетевые задержки. Сетевые задержки. Проблема заключается в том, что это сетевые задержки на мобильных телефонах гораздо-гораздо больше, чем на десктопе или лэптоп. И я думаю, вы знаете, что это задержка, что это значит. Это время, которое проходит между тем, когда мы посылаем request на сервер, и когда мы получаем ответ с сервера. И в целом latency – это большая-большая проблема для user experience, потому что средняя страница сегодня занимает 1,7 мегабайт и имеет 90 HTTP requests. Это цифра, которая меня не радует, совсем не радует. Как поживает Mail.ru в этом плане? Сколько весит Mail.ru и сколько HTTP requests в Mail.ru? Может быть, посмотрим онлайн? Так интересно. Зависит от проекта. Ну, тогда надо посмотреть, какие проекты у вас есть. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так. PageSpeed. А, ну, как бы без интернета туго. Отлично. Ну, я думаю, что Mail.ru знает, что делают, поэтому это не проблема. Правда, Андрей? Ну, я не сомневаюсь. У вас же почта и все такое. Guest mail. Окей. Да, это круто. Окей. 86 requests и 1.5. В принципе, средняя, обычная среднестатистическая страница. Это ничего плохого, но это ничего хорошего, честно говоря. Проблема заключается в том, что из-за этих requests страницы загружаются действительно медленно. Полноценная версия, не мобильная. Вообще-то да. Окей. Okay. То есть у вас редирект на мобильную версию идет? Нет, редирект, потому что домен. А, окей. Okay. Okay. Ну, это мы еще посмотрим позже. Но проблема заключается в том, что редиректс и прежде всего тот факт, что имеется огромное количество HTTP requests, главная причина, почему страница загружается медленно. На самом деле, мы думаем, ну, в принципе, почти у всех хорошая связь, DSL, или как-то более-менее, как-то все знают, что делать. На самом деле, проблема заключается в том, что Google, по research Google, для того, чтобы страница загружалась быстро, нам нужно, конечно, минимизировать количество requests, количество round trips. Но что это значит?
если у нас 90 HTTP requests, у нас нет никаких шансов сделать страницу быстрой. Просто никаких шансов. Потому что их слишком много, потому что очень много round trips. Нам нужно поместить как можно самую главную информацию, самый главный HTML, самый главный CSS, первые 14 килобайт HTML страницы. Первые 14 килобайт. И в среднем, если посмотреть на как бы среднестатистические страницы, это просто во многих случаях очень-очень сложно сделать. Другая история – это JavaScript. JavaScript проблематичен, особенно если его очень много, то он будет действительно замедлять загрузку страницы, конечно. И поэтому многие пытаются уйти от jQuery. Честно говоря, я это не понимаю. Вы поддерживаете i8, Internet Explorer 8 активно? Okay. Кто должен, кому приходится поддерживать i8? Okay. Если не использовать i8, как бы если использовать последнюю версию jQuery, то ничего плохого в jQuery нет вообще. jQuery — это классная библиотека, которая позволяет фиксить многие баги, которые есть на мобильных браузерах. Поэтому всю эту, весь этот хайп о том, you might not need jQuery, может быть, иногда это действительно не нужно, иногда это действительно очень нужно. Поэтому jQuery — это совершенно вполне в порядке, само по себе. Но проблема заключается в том, что даже если у нас у всех была бы хорошая связь, если бы у нас у всех была 4G, допустим, мобильная связь, несмотря на это, загрузка с 40 килобайт заняла бы минимум 700 миллисекунд. Даже на хорошем в 4G. 4G. И причина этого заключается именно round trips и огромное количество HTTP requests. Есть много разных статистик, по которым мы должны, конечно, заботиться о том, чтобы страница загружалась быстро. Но в целом хорошо иметь как бы вот эту цифру в голове, одна секунда. Если страница загружается за одну секунду, или, по крайней мере, юзер видит, что ему за одну секунду, то то experience кажется практически instant, практически smooth. Но если занимает больше одной секунды, скажем, между одной и двумя секундами, то тогда страница начинает загружаться медленно. Юзер чувствует, что страница загружается медленно. И если она занимает больше 2,5 секунд, то тогда действительно большая проблема, потому что люди действительно уходят с сайта. Однако, перформанс сложно увидеть. И многие клиенты, с которыми я работаю, действительно не понимают перформанс. Поэтому я расскажу вам маленький трюк, который, пожалуйста, никто не должен опубликовать на Твиттере. Никогда. Никогда. И вы должны пообещать, что это никогда никому не расскажете. Что-то я не слышу никакой реакции вообще. Окей. Ну так вот, представляем такую ситуацию. Приходит клиент, и он как бы, ну не то чтобы он действительно очень ценит перформанс, но иногда, может быть, думает о перформанс, но это не главная тема. Когда приходит клиент, первый вопрос, который я задаю, это какие сайты или какие конкуренты у вас есть. Я получаю список URLs, и я посылаю этого клиента за кофе. Выпейте чашечку кофе, мне нужно сделать market research, whatever. Market research. Клиент уходит, берет кофе, обычно это капучино, садится где-то в уголке, читает газету, и я делаю мой market research. На самом деле я беру один URL самого главного конкурента, я сохраняю локальную копию, я делаю Base64 encoding всех картинок, уменьшаю количество HTTP requests, запускаю собственный сервер, загружаю эту страницу на нем, делаю fake header, чтобы казалось, как будто загружается страница этого клиента, пытаюсь оптимизировать все как можно, все как что только можно. И запускаю эту страницу через web-page test, видео, эта страница полностью оптимизирована с неоптимизированной страницей клиента, и я использую throttling для того, чтобы она казалась еще медленнее. Это функционирует замечательно. Это каждый раз 100%, 100% conversion rate. Самое классное получается тогда, когда клиент приходит, и, ну, как обычно, приходит с чашечкой кофе, с капучино, ну, как бы хочется знать результаты, посмотреть, что происходит, и как бы, что я там уже выяснил за 5-10 минут. И это очень приятно, потому что он приходит и садится, и я ему начинаю рассказывать о том, что, ну, как-то я что-то заметил странное. Как-то ваша страница очень медленно грузится. Первым делом, когда они видят результаты, когда они видят видео о том, как загружается страница их, как загружается страница конкурента, первым делом всегда они ставят чашечку кофе на стол. И я обожаю этот момент. Я обожаю этот момент. Они ставят чашечку кофе на стол и начинают внимательно смотреть, делая вид, что они понимают все, что происходит. И тогда начинается беседа, что это как-то так, что-то непонятно. У меня в офисе совершенно иначе, все совершенно по-другому. Я так, Wi-Fi. Я не знаю, Wi-Fi.
И тогда самое главное, что клиент вдруг начинает думать о том, что надо как-то это улучшить. А как это можно улучшить? Надо, чтобы страница загружалась быстрее. Клиент начинает думать о том, что надо, чтобы страница загружалась быстрее. И в этот момент, я не знаю, знаете, знаком ли вам фильм Гленбери Росс, по-моему, 94-го года, 95-го года, где там есть сейлсмен, он все время ходит от двери к двери и постоянно говорит «We need to close this deal, we need to close». И в этот момент я всегда пытаюсь close the deal, performance budget. То есть я начинаю говорить что-нибудь типа «А может быть нам попробовать что-нибудь совсем другое в этот раз?» А, кстати, это же онлайн-трансляция. Ну, это на русском, это не так страшно. Да, так вот, в этот момент я начинаю говорить, что, может быть, стоило бы подумать над чем-нибудь совершенно радикальным, совершенно другим. Как насчет того, чтобы страница загружалась, скажем, за одну секунду на DSL 16 тысяч? Или за полторы секунды на 3G? Или за 2 секунды на Edge в Москве при таких-то условиях и так далее. И он так, да, может быть, это как-то неплохо. И тогда обязательно надо распечатать это, получить его подпись и получить так называемый sign-off. И тогда в следующий раз, если клиент захочет что-то добавить или изменить на сайте, например, добавить какой-нибудь карусель, I have no budget for you. Да? Потому что есть всегда три опции. Если кто-то хочет добавить новую фичу, есть всегда три опции. Первая опция, мы как пытаемся оптимизировать эту фичу таким образом, чтобы она попадала в этот бюджет, о котором мы договорились. И обычно это очень сложно, потому что карусель, попробую ее добавить как бы, в этот бюджет. Вторая опция, это убрать или оптимизировать что-то, что уже есть, но никто не хочет убирать то, что уже есть. И никто не хочет особо оптимизировать то, что уже есть, потому что оно уже оптимизировано. И третья опция, это просто не добавлять новую фичу. Очень часто она работает замечательно для клиента. Вот. То есть в целом как бы, такой трюк помогает всегда, 100%, 100% conversion rate. Замечательно. Я очень этим горжусь, хотя это очень некрасиво, но это очень-очень помогает. Так вот. Ну, это, в принципе, то, что здесь написано. Но самое главное, когда мы создаем так называемый performance budget, когда мы говорим о том, насколько быстро сайт должен загружаться, важно действительно иметь письменное, какую-то письменную договоренность о том, насколько он должен, как быстро он должен загружаться. И это называется обычно в английской терминологии это называется performance budget. Я даже не знаю, как это перевести на русский, честно говоря. Но это просто, в принципе, это может выглядеть очень скучно, обычный spreadsheet с огромным количеством разных metrics, там start render time, loading time, onload event, DOM content loaded event и так далее. И тогда мы просто пытаемся определить, сколько времени у нас есть на то, чтобы загрузить страницу или начать загружать страницу. Но, конечно, не всегда понятно и для клиента, и для нас в целом, что значит быстро. How fast is fast enough? Конечно, мы хотим быть как можно быстрее, но что значит как можно быстрее? Надо найти какой-то способ, чтобы описать это. Есть так называемая метрика, которая называется speed index. Кто знаком со speed index? 2-3.5. Speed index — это искусственное значение, которое подсчитывается в веб-пейдж-тест при помощи веб-пейдж-тест. Допустим, здесь. Конечно. Ну, обычно отображается здесь. Speed index. Webpage test, я не знаю, знаком ли многим из вас webpage test. Это сайт, на котором можно сделать тест, хороший тест, насколько быстро загружается ваша страница из разных уголков с планеты. И, кроме того, при разных связях, это может быть DSL, это может быть 3G, это может быть 56K модем, если кто-то его использует еще до сих пор. Но кроме этого, мы получаем результат, общий результат о том, насколько быстро страница загружается. Load time, first byte time, start render time и speed index. И speed index, в принципе, если speed index около 1000, это значит, что страница загружается, по крайней мере, начинает отображаться в течение 1 секунды. То есть нужно в целом пытаться заботиться о том, чтобы speed index
опять-таки, это значение, которое, в принципе, подсчитывается алгоритмом WebPageTest, чтобы оно было около 1000. И это очень-очень сложно на самом деле. Но для того, чтобы это сделать, единственная возможность – это позаботиться о том, чтобы critical content, critical CSS, critical HTML, и мы будем говорить об этом чуть позже, попадали в первые 14 килобайт страницы, чтобы избежать round trips и чтобы их, конечно, избежать HTTP requests. И что же это все значит в целом? Кто из вас использует Grunt или Gulp? Большинство. Performance budget сам по себе это как бы хорошо. Можно записать, можно посмотреть. Мы хотим, чтобы страница загружалась за одну секунду и так далее. Но можно использовать Grunt Performance Budget Task, с помощью которого можно указать, если использовать private instance of WebPageTest, можно указать, что мой бюджет is Visual Complete 4000, значит, что страница должна полностью загружаться визуально за 4 секунды, или Speed Index 1500, например, или 1000. И это в данном случае значит, что мы хотим, чтобы страница начала загружаться минимум за 1.5 секунды. То есть, чтобы за 1.5 секунды, которые проходят спустя запрос страницы, какой-то контент появлялся на странице. И тогда каждый раз, когда мы делаем deployment или build, мы всегда как бы делаем тест, web page test, проходит ли наша новая фича, например, которую мы построили, подходит ли она к этим metrics, к speed index и к visual complete. Если мне нужно больше времени на то, чтобы построить страницу, тогда просто будет fail, и мы не можем сделать commit, например. Это довольно такая радикальная идея. На самом деле это действительно помогает заставить всех создавать сайты, создавать страницы и компоненты в дизайне веб-страниц, которые просто быстрые и шустрые. Так, это было довольно сумбурное вступление с моей стороны. Мне нужно еще пить кофе. А ты можешь вернуться в Mail.ru? Просто мне кажется, меня обманываешь. Я прям зашел, сейчас проверил, у меня 350 килобайт. Откуда ты взял 1,7 гигабайт? Ну, Wi-Fi. Может быть, я даже постарался, я не знаю. Может, просто плагины стоят какие-то? У меня, я блокирую все. Этот? Ну, это не так важно, на самом деле. Я знаю, что вы на самом деле стараетесь делать все классно и круто. Так что это не проблема. Мы очень часто, кстати, перед тем, как я продолжу с другой историей, мы очень часто думаем, как самая главная вещь в performance – это loading time. На самом деле loading time совершенно не важно. Это совершенно не важно. Гораздо важнее start render time. Гораздо важнее время, которое проходит перед тем, как юзер загружает страницу, запрашивает страницу, и он видит, как, по крайней мере, первый контент. И опять-таки, если мы используем, например, Web Fonts, и они блокируют рендеринг страницы, то тогда, конечно, это время будет увеличиваться. Но нам нужно постараться, чтобы оно было до start render time, до секунды. Главное оптимизирование, которое мы сделали, в принципе, было основано на том, что сделали The Guardian. Это, наверное, самая полезная штука, что вы сегодня возьмете с собой после этого воркшопа, после этого тока. The Guardian сделали большой редизайн 2 года назад. И, в принципе, у них были очень классические проблемы, которые встречаются у многих-многих страниц. Они хотели первым делом улучшить свой mobile presence. Конечно, все меньше и меньше людей читает журнал, читает газеты, поэтому The Guardian тоже имеет такую же проблему. Но они хотели пытаться как бы людей, которые они теряют при помощи из-за print, словить или привлечь их к The Guardian на mobile при помощи быстрого мобильной страницы. В конечном счете идея была заменить мобильные десктоп-страницы полностью на новый responsive сайт. Они хотели иметь полный фокус на mobile experience изначально. И в целом, в конечном счете, потом когда-нибудь заменить полностью все, что у них было, на один-единственный responsive сайт. То есть ultimate goal – one code base and one responsive сайт. И для того, чтобы это сделать, они используют так называемый mobile first stealth redesign. Я думаю, что многие из вас, когда строят responsive страницы, в принципе используют mobile first. Я прав? В моем случае часто mobile first не работает.
Особенно если, мы работаем над каким-нибудь очень сложным визуальным проектом, проектом, в котором много графики или много фотографий. Мне очень сложно увидеть как бы big picture на 400 пикселей на маленьком телефоне. Мы обычно делаем visual design где-нибудь между tablet и desktop, где-то 800-1000 пикселей. Но мы делаем prototyping всегда mobile first. То есть, когда речь заходит о development, мы всегда делаем mobile first. Но дизайн сам по себе, для меня лично, я чувствую себя более комфортно, когда я вижу более как бы big picture на tablet first. И опять-таки, многие из вас, наверное, работают с элементом atomic design или components design, components-driven design. Это как бы то, о чем мы будем завтра говорить. Но кому знакомо atomic design как принцип? Один человек. Я не знаю, стоит мне говорить об atomic design. Я не планировал, честно говоря, но это очень важно. А кто из вас будет, кто из вас придет завтра на воркшоп? Мне придется рассказывать об atomic design. Но это я чуть позже. Но в принципе atomic design это принцип, который позволяет нам создавать responsive страницы действительно очень-очень быстро. По крайней мере, в моем случае это действительно работает очень-очень быстро. Часто responsive проекты затягиваются, на них уходит очень много времени, на них уходит очень много денег. Но на самом деле это не обязательно, не должно быть так. Это может быть гораздо лучше, если использовать atomic design. Об этом мы поговорим чуть позже. В их случае они опять-таки работали mobile first, но они использовали такую как бы stealth redesign, где они взяли уже существующий mobile сайт, который у них был, и он был, конечно, не очень шустрый, и не очень красивый, и не очень удобный. Но они сделали его fork, то есть как бы копию, оптимизировали все, начиная от usability, кончая performance, кончая HTML, CSS и так далее и тому подобное. То есть полностью оптимизировали эту мобильную версию изначально. И потом они начали рассматривать эту ситуацию. Что будет, если эту мобильную версию, которую мы сделали, мы начнем развивать ее в сторону tablet? То есть что, если как бы превратить mobile experience в tablet? То есть как бы начать как бы исток, делать исток responsive side. И потом, когда они получили таблет-версию, та же самая история десктоп. Что будет, сколько времени понадобится на то, чтобы сделать из таблет-десктоп. И потом, в конечном счете, после десктоп, TV. И так как они, в принципе, использовали мобильную версию, которая не имела довольно много трафика в то время, многие решения, которые они сделали в плане дизайна, были решены без участия босса, без участия шефа. Просто потому, что они взяли маленькую мобильную страницу, начали ее развивать в направлении tablet и потом desktop. И это они называли stealth redesign. Но для нас важнее, конечно, то, как это они это, собственно, сделали. Это архитектура в The Guardian. На самом деле ничего особенного. У нас есть CMS tools, editorial tools. Editorial tools используют редакторы, CMS tools используют авторы и редакторы, конечно, тоже. Есть content database, и write API, и read API. И через read API мы просто считываем контент и посылаем его на iPhone, на Android, на Windows Phone, на iPad App и на responsive website. Но самое главное, это то, что с самого начала, когда они начинали разрабатывать страницу, они думали о core HTML content и core CSS styles. Для них это было очень важно. Как бы сам core experience, описать core experience и написать, что значит core experience, и что включается в core experience, и что нет, было для них очень-очень важным. И мы, в принципе, используем это каждый раз. И я думаю, сейчас вы поймете, почему. Core experience значит, мы делаем так называемый priority list, где мы описываем, что действительно очень-очень важно и что не важно. Core experience, если думать о progressive enhancement, это самый basic state. Это самое-самое начало progressive enhancement. Кто знаком с progressive enhancement? Кто использует до сих пор Progressive Enhancement? Я думаю, большинство из вас. То есть мы начинаем с чего-то просто, что работает. Это красивый, симпатичный, хороший HTML, хороший CSS, никакого JavaScript. И потом мы просто посылаем больше данных, больше CSS, больше JavaScript для браузеров, которые могут с этим разобраться. В их случае Core Content не имеет никакого отношения к JavaScript. Если JavaScript отключен, то все равно Core Content будет отображаться. Только одна главная картинка на заглавной странице The Guardian — это core content. Так как нету JavaScript support, соответственно, и AJAX support для рейтингов, комментариев, и live scores, футбол тика и так далее, не считается core content. Они используют технику, которая называется cutting the mustard.
чтобы разделять браузеры в две группы, глупые браузеры и умные браузеры. Ну, понятно, кто глупый и понятно, кто умный. Web-фонты не загружаются как дефолт, а не core experience. И в конечном счете, как после того, как мы описали core experience, можем описать enhancement и можем писать так называемый leftovers. So core content is essential HTML and CSS, usable non-JavaScript enhanced experience. Enhancement — это как бы вторая фаза. Это то, что загружается после того, как все в core content загружено. Это, например, дополнительный JavaScript, может быть, какие-то touch events, geolocation, enhanced CSS, web fonts, widgets, images. Okay? И после того, как все загружено, здесь загружаются leftovers. Leftovers — это вещи, которые юзерам вообще не нужны. Никогда. Это analytics, advertising, third-party content, weather widgets и так далее и тому подобное. То есть мы пытаемся загрузить core content как можно быстрее. Мы отдаем браузеру информацию об HTML и CSS, все, что нужно для core content, как можно быстрее. Когда мы полностью ее отдали, только тогда мы начинаем отдавать enhancement. И после того, как мы отдали все из enhancement, только тогда мы начинаем отдавать все от leftovers. То есть очень простой separation of concerns. И как мы это делаем? Конечно, при помощи двух простых JavaScript events. DOM content loaded, ready. DOM content loaded и unload. То есть мы загружаем core content как можно быстрее. Мы ждем, пока все загрузится, пока весь core content загрузится. После этого у нас получается DOM content loaded event. То есть это значит, что страница начинает загружаться, начинает отображаться для юзера. Тогда мы загружаем все из enhancement. Мы ждем, пока все из enhancement загрузится. И тогда мы начинаем загружать leftovers, потому что у нас есть load event, unload event. Это очень простой separation of concerns. Здесь нет никакой магии, ничего особенного. И в итоге у нас получается очень простой waterfall chart. HTML, CSS, DOM content ready event, all the other CSS, JavaScript, картинки и так далее и тому подобное, web fonts, load event, и потом загружается все остальное, реклама, third-party widgets и так далее и тому подобное. На своем опыте я знаю, что поместить что-либо сюда, в leftovers, очень-очень сложно. То есть как бы заставить клиента понять, что реклама не должна загружаться здесь, а здесь, непросто. Но в данном случае мы всегда просто делаем тест. Мы говорим, ну окей, тогда давайте посмотрим, сделаем просто тест. На неделю, или, скажем, на выходные, или на 2 дня, или на 3 дня, мы поместим рекламу сюда. Или сюда. И просто проверим, что изменится. В нашем случае на смешинге мы переместили рекламу отсюда сюда, и ничего вообще не поменялось. Количество click impressions не поменялось, количество ad impressions не поменялось. Все то же самое. Поэтому мы оставили рекламу здесь, в конечном счете. Почему? Потому что читатели приходят на страницу, и они хотят контент. И чем быстрее контент появляется, тем лучше для них. Они начинают читать страницу, потом появляется реклама, и, может быть, они даже обращают внимание на эту рекламу. Но если контент заблокирован рекламой и не отображается, пока реклама не загрузилась, у них нет даже никакого шанса посмотреть на рекламу вообще, потому что не загрузился контент, и они уже ушли. Очень простая логика, но в данном случае действительно помогает и работает. То есть это очень-очень простая схема. Может быть, кто-то из вас уже использует что-то подобное практически для каждого проекта? На главной странице. Что? На главной странице. Отлично. Это, в принципе, главный принцип, который мы использовали для себя тоже. Но это как бы одна часть истории. Другая часть истории — что делать с JavaScript, когда загружать какой JavaScript. Мы не хотим загружать JavaScript, который юзеры не понимают, не понятен для старых браузеров, например. Потому что пусть они отображают хоть что-нибудь, а не посылать им все, что угодно в JavaScript. Мы хотим загружать JavaScript асинхронно. Асинхронно? Это русское слово? Да. Асинхронно. Вопрос дня на засыпку. Почему мы не... Почему мы пишем script tags, JavaScript tags, всегда в конце страницы, а не в начале и не в середине страницы. Блокирует что? Сначала загрузится JS, потом HTML, потом будет лезть снова в DOM, чтобы обработать... Да. Проблема заключается в том, что, конечно, когда браузер читает страницу, он получает HTML, он может построить DOM tree. Он получает CSS, он может построить CSS OM tree. Он получает CSS и HTML, он может построить render tree. Но он не строит render tree, и вернее задерживает загрузку render tree,
постройку, render tree, пока есть JavaScript, которые могут манипулировать или изменять DOM или CSS. Поэтому мы используем обычно, мы просто посылаем эти, добавляем эти script tags всегда в конце страницы. Но мы иногда мы используем async, иногда мы используем defer для синхронной загрузки JavaScript. Когда мы используем что и почему? Какая разница между async и defer? Defer сохраняет очередь, а async не сохраняет очередь. Но в обоих случаях мы, в принципе, говорим браузер, дорогой браузер, делай, что хочешь, загружай синхронно. Но в случае defer, если у меня есть jQuery, и потом jQuery плагин, я хочу иметь этот порядок. А async, делай, что хочешь, мне уже все равно. Загружай синхронно. Но иногда это довольно полезно, кстати, использовать async и defer одновременно. Почему? То есть, например, The Guardian в их случае они используют async и defer одновременно. Defer выполнится, когда DOM выходит. Да. Да. В принципе, в их случае они используют defer как fallback для async. Если браузер не поддерживает async, поддерживает defer. В принципе, очень просто, на самом деле. Но так или иначе, нам нужно как бы позаботиться о том, чтобы глупые браузеры не получали слишком много JavaScript, а умные браузеры получали достаточно JavaScript. Для этого можно использовать что? Конечно, можно использовать Device Atlas Workflow, Server-Side Device Detection. Кто использует Server-Side Device Detection? User Agent Detection? А давайте посмотрим на мой User Agent. Я очень-очень люблю Server-Side User Detection. Главная причина заключается в основном в том, что он выглядит примерно вот так. Я использую Chrome, но на самом деле я Mozilla. Кроме того, я Apple WebKit, и еще я Chrome, LikeGecko и Safari тоже. Но у меня русский IP-адрес. Все равно. Так выглядят обычно User Agent Strings. И они довольно проблематичны, потому что на самом деле иметь 100% уверенность в том, что то, что мы получаем из этих библиотек типа Workflow или Device Atlas, очень-очень сложно. Можно рассчитывать на то, что у нас 90%, 95%, 98% вероятность того, что получится правильные результаты, но в целом на них полагаться нельзя. По крайней мере, на 100% точно нельзя. Можно использовать другой скрипт, просто client-side feature detection, то, что использует The Guardian, для того, чтобы разделять браузеры в две группы, умные браузеры и глупые браузеры. Умные браузеры, глупые браузеры. В принципе, они используют 4 lines of JavaScript. Они проверяют, находится ли query selective document, local storage window и advent listening window. Если все эти три случая true, тогда они нашли HTML5 браузер. И тогда они загружают advanced JavaScript. И во многих случаях эти четыре линии, четыре four lines of JavaScript могут заменить modernizer, например, полностью. Потому что благодаря ним можно определить, умный браузер или не умный браузер. Логично? Да. Другая история — fonts. Мы сделали очень много разных экспериментов с fonts. Загрузка fonts, когда загружают fonts, когда не загружают fonts и так далее. Они используют так называемую… Они загружают web-fonts в local storage. И для этого есть одна важная причина. HTTP-кэш. На HTTP-кэш нельзя полагаться. Мы раньше использовали fontdeck. То есть мы загружали шрифты через фондек, и мы как бы ожидали, что они будут загружаться в HTTP кэш, и что они будут находиться в HTTP кэш. На самом деле, по нашим тестам, по крайней мере, каждые 8-9 дней по каким-то причинам браузер скачивает их снова из фондек или из TypeKit, неважно откуда, и пытается опять сохранить в HTTP кэш. Это довольно странно, и так, конечно, для каждого юзера. Но как только мы помещаем их в local storage, это довольно bulletproof. Мы можем точно рассчитать и точно знать о том, что эти шрифты находятся в local storage. Вот что делает The Guardian. Они проверяют, умный браузер или нет. Если браузер глупый, тогда он никогда не получает web-fonts. Если браузер умный, но он не поддерживает WoW, он никогда не получает web-fonts. Если браузер умный, поддерживает WoW, но шрифты не находятся еще в local storage, юзер видит fallback font изначально. И только если браузер умный, поддерживает WoW, и шрифты уже находятся в local storage, мы получаем, берем шрифты, 50 миллисекунд, примерно задержка, из local storage, и показываем контент сразу в web fonts, потому что этот скрипт находится в хедере страницы.
И это значит, конечно, что если мы знаем, что local storage доступно, но шрифты еще не загружены, тогда мы скачиваем шрифты либо Base64 encoded JSON, либо это может быть Base64 encoded CSS, webfonts.css. И тогда мы загружаем их в local storage. И тогда на следующей загрузке, или, может быть, и при той же загрузке, конечно, мы показываем эти шрифты. Это значит, что юзеры видят этот switch from, между fallback font и web font максимум один раз. Максимум один раз. Да? Логично? В нашем случае эти тесты, которые мы сделали для local storage, действительно помогли значительно улучшить перформанс страницы. Первый, да. Ну, конечно, другая опция есть. Мы рассмотрели многие опции. Другая опция есть, например, не обязательно делать этот switch вообще. То есть первый раз загружаешь, юзер не получает никаких веб-фонтов вообще. Но они сохраняются в local storage. И на второй визит, когда он посещает страницу заново, он видит шрифты сразу в новом веб-фонт. Понятно. Вопрос про user experience. Первое знакомство с сайта тогда, да. Но он, юзер сразу видит контент. Сразу же. Например, еще что можно сделать, это, например, так как WebFonts прежде всего замедляет загрузку страницы на мобильных устройствах, можно написать FontFace attribute в MediaQuery, например, допустим, от, не знаю, 600 пикселей, от 700 пикселей, тогда этот шрифт будет, и все шрифты, ну, тот шрифт, который нужен, будет загружаться только на десктоп или только на laptop screens, но не на мобильных устройствах. Например, так. В случае The Guardian это действительно помогло значительно ускорить страницу. Для того, чтобы прочитать новости на The Guardian, достаточно выполнить браузер, достаточно выполнить один HTTP request. Один HTTP request. Не 90 HTTP requests, один HTTP request. Я повторю еще раз. Для того, чтобы Guardian, читатели Guardian могли прочитать статью, браузеру нужно выполнить один HTTP request. Почему один, кстати? Там же было HTML и CSS. Да, потому что они делают inline CSS в HTML. Об этом мы поговорим через минуту. Кроме того, средняя загрузка, первая загрузка страницы на iPhone 4, 3G, с 300 миллисекунд round-trip time, 0,8 секунд. Это неплохо. Это довольно неплохо для мобильного сайта. На десктоп, в десктоп-версии... Oops, sorry. Десктоп-версии у них 67 HTTP requests, 657 килобайт в сумме, HTML, CSS и картинки. Но средняя загрузка в среднем занимает около 0,73 секунд. На самом деле это не круто. Если учитывать, что мобильная версия загружается за 0,8, то, что загружается десктоп-версия за 0.73, это довольно слабо. Ну, это очень круто, конечно, но это довольно слабо. Как вы думаете, почему она загружается так медленно? Медленно, в кавычках. Картинки? Да, но картинки не блокируют загрузку страницы. Здесь речь идет о start render time. Андрей? На самом деле все очень просто. Проблема заключается в том, что они не смогли пробить загрузку рекламы в Leftovers. Частично она загружается в Leftovers, но частично она загружается в Enhancement. Это не Core Experience, но она загружается в Enhancement. Это, в принципе, главная причина, почему у них столько HTTP requests. Большинство из них, по-моему, больше половины, это реклама. Как-то все спрятано, интересно. Но, несмотря на все это, конечно, результат, который они добились, довольно впечатляет. The Guardian PageSpeed Score 88 из 100 на mobile и 69 из 100 на desktop. Это, в принципе, одна из первых страниц, которую я видел, которая responsive веб-сайт, который быстрее на мобильных устройствах, чем на desktop. Это обычно, как бы, конечно, наоборот. И в то же время они, конечно, сделали open-source или все, что у них есть. Полностью весь код доступен. Поэтому, если кто-то приходит к вам и говорит, что сделать быстрый responsive сайт невозможно или очень-очень сложно, они лгут. Это они просто лгут. Можно пойти на The Guardian, взять копию код, code base, который они сделали, и посмотреть, что они, как они делают.
На самом деле можно сделать респонсив страницы довольно быстро. Это одна из небольших, одна из двух-трех страниц, которые я знаю, которые действительно настолько быстрые. Вторая страница – это вот эта страница. В принципе, опять-таки, мы использовали многие вещи, которые The Guardian использует сами по себе. Но мы сделали несколько дополнительных оптимизирований. В частности, мы, конечно, наслаждаемся тем, что многие из вас используют толковые браузеры. Вы читаете Smashing Magazine, я надеюсь. И никто из вас не использует i8. Правильно? Ну, наверное. Есть один человек в мире, который каждый год меня выводит из себя, потому что каждый год, один раз в год, кто-то заходит на Smashing Magazine с User Agent Internet Explorer 666. Каждый год. На самом деле это довольно проблематично, потому что когда мы делаем граф, где визуализация всех разных браузеров, всегда этот пай-чат неправильный, потому что один человек в год заходит с CS666. Но многие заходят с нормальными браузерами. У нас Chrome 52%, Firefox 18%, Mobile 12,5%, Safari 8,3%, Internet Explorer 5,3%. Мне очень нравится эта тенденция, кстати. Она очень приятна. Opera 1,2%. Ну, Opera, я знаю, что Opera в России очень популярна, но у нас, нашей части нет. Так вот, что же у нас были за проблемы? У нас были разные проблемы, в принципе, не только фронт-энд, но и бэк-энд. У нас были разные секции, которые имели разные WordPress installs. Smashing Magazine основан на WordPress, но это, конечно, очень customized WordPress. Мы очень многие вещи поменяли, но мы можем делать upgrade без проблем, потому что мы никогда не трогаем core. Но у нас было много разных секций, много разных рубрик. И тогда, когда мы создавали эти рубрики, еще не было multi-WordPress install, multi-install. Поэтому мы, у нас было несколько разных WordPress installations. Кроме того, контент, опять-таки, был, загружался довольно медленно, особенно на медленных соединениях. На Edge читать страницу, читать статьи было просто невозможно обычно. У нас была зависимость от Java, на JavaScript, конечно, в том плане, что мы загружали рекламу не как leftovers, а как core content. И эта реклама зависела, имела dependency на jQuery. То есть, значит, что нам приходилось загружать jQuery в самом заголовке страницы. И кроме того, нам приходилось еще загружать скрипт, который загружается для jQuery, для рекламы, которая будет загружаться после того, как весь контент загрузится. И это было, конечно, проблематично, потому что пока этот JavaScript не загрузится полностью, ничего вообще юзер не будет видеть. И опять-таки Web Fonts. В нашем случае изначально мы ничего не показывали, ждали, пока WebFont загрузится. Использовали WebFont Loader, TypeKit или FontDeck, но очень часто наши юзеры видели этот switch между Fallback и WebFont. И в конечном счете мы хотели добиться того же, что хотели добиться The Guardian. One code base, one responsive site. И в нашем случае речь не шла о том, как, что мы хотим добиться в целом, а просто как можно быстрее как добиться результата, который... how fast can we be? Я просто переключусь на английский на 5 минут. А то у меня голос тянет вообще, окей? Okay? На английском это будет гораздо проще и приятнее. So. It's much better. So, the question we asked ourselves was, so if we clean up the front end and the back end, how fast can we be? So it wasn't a question about how fast should we be. We didn't even ask ourselves how fast we should be. We asked ourselves how fast can we be. And again, we talked about this speed index, which was a crucial part of what we did. And we also wanted to make sure that we fit in the first, like the most critical stuff within the first 14 kilobytes. Now, just to make it clear, the Google had empirical research where they found out and they analyzed the DNS requests and TCP/IP stack, and they found out that if you want to make sure that you don't have too many round trips, you have to absolutely make sure that you fit in the most critical CSS and HTML within the first 14 kilobytes. Now, obviously, you can't put the entire page within the first 14 kilobytes, but you can't, I mean, it's just impossible to load the entire page under 1 second, right? It just doesn't work this way. But you can pretend that it works by collecting all the CSS selectors and all the JavaScript you need to render the first 1,000 pixels height across all breakpoints that you have. And you push it to the browser as fast as you can.
And then you also inline CSS to ensure that you don't have any HTTP requests, additional HTTP requests. So what you do then, because you have this magical number of 14 kilobyte, you want to ensure that this critical CSS, which you collect, fits in within the 14 kilobyte. Now you really have to make sure that it fits in there, because then you avoid all these round trips. So for us, well, we wanted to render within 1 second on 3G. We also run a private instance of web page test, and we run code against performance budget. Again, the grand task I showed, this one, right? So for us, we had a very similar modular load. We had core content enhancement and leftovers. And in our case, again, usable non-JavaScript enhanced experience for core content. Enhancement, we had syntax highlighter, full CSS, web fonts, comments, and JavaScript. And leftovers, analytics, advertising, and Gravatar images. Okay? And again, the same story, load this first, load this enhancement later, and nothing from enhancement blocks anything from core content. And then you load leftovers, and nothing from leftovers blocks anything from enhancement, right? And again, of course, nothing from leftovers blocks anything from core content. Теперь вопрос. Почему The Guardian загружает фотографии и картинки как enhancement, а не как core content? Хотя картинки не блокируют загрузку страницы. Забросы. Кто это сказал? Да, именно поэтому. Браузер, в современных браузерах у нас в основном максимум 6 connections per domain. И они не хотели, чтобы что-либо касалось из enhancement, касалось вообще core content. То есть core content должен получать полностью всю bandwidth, которая доступна для браузера. Полностью. Но это было скорее такой, наверное, философский вопрос для них. Потому что они, для них было очень-очень важно, чтобы core content не имел ничего схожего с enhancement. Они с того же домена грузят? Что? Они с того же домена картинки? Они с того же домена грузят. Есть причина? Я не знаю. Ну, я просто знаю, что они это сделали именно поэтому. Но, в принципе, если посмотреть на то, что мы сделали, в принципе, почти идентичный подход, то, как и сделали они The Guardian. С такой же распределением content enhancement leftovers. И вот все, что мы сделали за 3 недели. Мы пытались оптимизировать загрузку контента, чтобы страницы загружались как можно быстрее, и полностью сделали deferring delays для всего, что не абсолютно нужно для того, чтобы страница загружалась. То есть мы загружаем CSS inline и полный CSS on load. То есть мы загружаем CSS изначально, который мы собрали для 1000 пикселей, мы загружаем и запихнули его полностью в заголовок страницы. И загружаем полный CSS, full CSS файл после того, как все уже загружено. И сохраняем его в HTTP кэш или local storage. Это выглядит вот так. Если посмотреть на код Smashing Magazine, это выглядит вот так. Нет комментариев, я смотрю. Интересно. Это главная страница. А у вас? Видишь то же самое. Ну, я не сомневаюсь. В данном случае, опять-таки, то, что мы видим здесь, это critical CSS, который мы вручную собрали из всего нашего CSS для 1000 пикселей. В то время, когда мы это делали, еще не было tools. Но сейчас есть tools, которые позволяют делать то же самое, автоматизировать то же самое. И опять-таки, многие вещи здесь base64 encoded. Всякие, например, маленькие картинки и так далее, sprite и так далее и тому подобное. И нам даже пришлось иногда частично поменять название классов, чтобы поместиться в эти 14 килобайт. И metadata и так далее и тому подобное. Здесь, это как-то некрасиво здесь. В данном случае здесь мы проверяем WebFonts. Опять-таки, изначально, когда страница загружается в первый раз, мы отображаем весь контент fallback font и потом загружаем WebFont asynchronously. Здесь мы проверяем, опять-таки, это идет до контента страницы. Здесь мы проверяем, находятся ли шрифты уже в local storage. Если не находятся, мы просто берем эти шрифты, тогда весь контент отображается в этих веб-фонтс. Если нет, то тогда мы загружаем эти шрифты после того, как весь контент загрузился. Что еще у нас есть? Тут, в принципе, ничего особенного. Контент, 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 контент.
дай название классов посмотреть. А, потом посмотришь, если надо. Единственное, что мы не загружаем синхронно пока, опять-таки из-за рекламы, это этот скрипт, admin.js.js, но он все равно находится в конце, поэтому это, в принципе, не так плохо. И здесь мы загружаем многие вещи, опять-таки, на onload event. Prism — это наш синтакс-хайлайтер, onload.min.js — это некоторые вещи, которые нам нужны для JavaScript. И, в принципе, все. И вот эти вещи, опять-таки, для рекламы. И здесь мы загружаем Gravitas. Где-то должны быть здесь Gravitas. Gravitas мы загружаем, опять-таки, на onload. И это еще реклама. И, в принципе, все. На самом деле, это не так много. И если посмотреть, собственно, на остальные вещи, которые мы сделали, ничего особенного тут не найдешь. Мы заменили jQuery на JavaScript не потому, что я терпеть не могу jQuery, а просто потому, что многие вещи, которые мы использовали как для, на сайте, не требовали jQuery. Нам не нужно поддерживать и i8. Поэтому, в принципе, нам не нужно было jQuery. Кроме того, загружаем шрифты в local storage, полностью deferring advertising, tracking all non-critical CSS in JavaScript. Мы заменили Response.js, который мы использовали для того, чтобы типа симулировать responsive design для 8 Explorer. Заменили просто на fixed width layout для i8. И оптимизировали critical rendering path, опять-таки. Результат приятный. Скажем так, если посмотреть на PageSpeed Insights, это опять-таки зависит от рекламы. Ничего так, по-моему. И опять-таки это все, что мы сделали. Единственная вещь, которую мы еще не смогли сделать, поэтому я никак не могу послать этот твит о том, что mission accomplished, это реклама. Сейчас у нас нет никакого контроля над тем, какие картинки выходят в рекламе. И если бы оптимизировать эту единственную картинку, то у нас было бы 100 из 100. Десктоп – тоже ничего так. И та же самая проблема, та же самая картинка. Все остальное вроде даже нормально. Если сравнить web-page test results, first byte time 0.95, first start render time 0.5, и speed index 760. И у нас все равно на главной странице 50 HTTP requests и 435 килобайт. Если посмотреть, допустим, на страницу, где есть много комментариев, скажем, не знаю, какую-нибудь, скажем, даже эту, то там дело выглядит немножко иначе. Нам, в принципе, дело выглядит немножко иначе, но принцип тот же. Единственная вещь, которая нас замедляет, это то, что нам приходится загружать Gravitas. Gravitas обычно, когда мы используем Gravitas.com для того, чтобы отображать картинку рядом с комментарием человека, который пишет, написал комментарий. Это значит, что каждая картинка имеет unique URL. Это значит, что каждая картинка имеет unique HTTP request. И поэтому мы делаем, пытаемся загрузить их позже, после того, как весь контент загрузился. В техническом плане, загрузка сам, страниц сам по себе при помощи critical CSS выглядит таким образом. Мы вручную собрали весь CSS, который нужен для того, чтобы отображать эти первые 800, первые 1000 пикселей во всех breakpoints. Мы загружаем CSS inline на этих страницах. Кроме того, мы загружаем full CSS asynchronously via JavaScript, потому что это невозможно сделать через CSS. Мы делаем cookie, чтобы знать, но нам нужно загружать этот CSS inline или можем загружать его через LinkRef. И мы используем Grunt для того, чтобы все это оптимизировать. Это выглядит примерно вот так. Мы проверяем, если куки уже есть, тогда мы просто загружаем LinkRef. Если нет, то тогда мы загружаем Critical CSS. И кроме того, мы используем NoScript для того, чтобы браузеры, которые не поддерживают JavaScript, получали хоть что-то разумное. Да? Но проблема, конечно, в том, что приходится собрать, надо каким-то образом собрать этот Critical CSS. Но есть tools. Например, Critical CSS или Grunt Critical CSS, где идея заключается в принципе одна и та же. Можно написать width, можно написать height,
В нашем случае мы просто пишем height 1000 пикселей и собираем все CSS selectors по всем breakpoints. Здесь мы указываем все CSS, которые у нас есть, и здесь мы указываем output файл. И, в принципе, этот grunt task проходит через все CSS, и так как он использует Phantom.js, headless browser, он просто собирает все CSS, которые используются в этом квадрате, скажем так, и записывает их в this CSS. И потом этот this CSS можно записывать в самый заголовок страницы. И потом, чтобы загружать этот CSS asynchronously, можно использовать, например, load CSS. И опять-таки в нашем случае получается, что даже если страница имеет довольно много комментариев, результат тот же. Но speedindex немножко хуже из-за gravitas. И если speedindex около 1000, то это вообще очень-очень классно. Если посмотреть на waterfall, все, что нужно для загрузки страницы, для того, чтобы контент отображался как можно быстрее, доступно первые 385-400 миллисекунд, если хороший first byte time. Опять-таки, сервер у нас находится сейчас в Нью-Йорке, поэтому здесь мы загружаем страницу из Амстердама. Это довольно круто, по-моему. Вот. Но самая полезная вещь, наверное, которая поможет действительно сделать страницу быстрее, это Speedy. Кто знает, что это такое? Не Speedy, а этот граф. Упс. Я думаю, что это многим знакомо, наверное, в этой комнате. Это Modern Handshake. Есть странные люди, которые на выходных занимаются странными вещами, как вы завтра или сегодня, например. И в основном это голландцы, честно говоря. Потому что этот голландец решил разузнать, что происходит в каждом звуке, который вы слышали только что. И он полностью разобрал весь этот сигнал на части и описал, что происходит в каждой части, отдельности. На самом деле, просто модемы друг с другом общаются, типа, привет, как дела, как у тебя сегодня настроение, на какой связи мы будем сегодня общаться и так далее и тому подобное. Кто из вас использовал BBS, или Built-in Board Systems, Skynet, Fidonet, old school. В те времена, когда HTTP, первая версия HTTP была создана, модемная связь была очень-очень популярна. В 99 году HTTP был обновлен до HTTP 1.1. И, в принципе, это именно тот формат, это тот протокол, который мы используем сегодня. Но в нем есть какие-то маленькие проблемы, конечно. Например, 6 connections per domain максимум. Кроме того, некоторые headers недостаточно compressed. Response headers, та же самая история, redundant headers. И мы знаем, что HTTP медленный, HTTPS еще медленнее. Google выяснил, что, в принципе, даже если бы у нас у всех было 10G или 10 megabit per second connection везде, у нас все равно был бы только single-digit performance improvement after 5 megabit per second. So the only option for us to improve performance is to have a linear improvement in page load time if we reduce latency. So latency is the thing we have to fix. In order to fix that, of course, Google had to reinvent the protocol. And so they built the core of HTTP 2.0, which is going to be standardized next year, but Speedy, the protocol, which is an underlying platform for it, is available today already. And has a lot of improvements in page load times, in mean page load time, both on mobile and on desktop. Has an unlimited number of parallel requests. It has a quicker slow start and better compression. And it also always requires SSL and TLS, so HTTPS is given, it's already provided. And it's also an extension of HTTP 1.1, so it always falls back to HTTP 1.1. So even if your browser server doesn't, the browser that your user is using doesn't support Speedy, it just falls back to HTTP 1.1. So there is no reason not to use it today. Because Speedy is supported pretty much everywhere, except you know who.
Firefox, Chrome, Safari, Opera, pretty much every, and Opera Mini. But Opera Mini doesn't support anything anyway. So it's supported pretty much everywhere on the browser side. And it's also very well supported on the client side, on the server side, sorry. There are modules for Apache and Nginx, so you can install it on the server today. And because it's available in the browsers today already as well, everybody has win-win, right? It's even available in Amazon Sync for some reason. I don't know why. And it will be available, it is available from IE 11 on. And Facebook is using it. And Facebook is extremely slow, actually. But Facebook has 366 HTTP requests and 3 megabytes of traffic if you just hit enter to load a Facebook group page. Okay? So it's 366 HTTP requests. But they are using it. And Google is using it on WordPress.com and Cloudflare and Facebook and Twitter. But you might keep in mind different browsers support different versions of Speedy. So you might, if you do something very special, you might run into problems. Мы тоже хотели использовать Speedy, но у нас проблема заключалась в том, что часто реклама, которая у нас посылается на страницу, не проходит через HTTPS. Она проходит через внешние сайты, которые не HTTPS. И, конечно, если мы используем HTTPS или Speedy, то тогда все должно быть HTTPS. Иначе появляется ошибка, как обычно в HTTPS протоколе. Поэтому это единственная причина, почему мы не можем использовать Speedy. А так мы бы были еще на одну десятую секунду, может быть, быстрее. Ну, может быть, в следующий раз. Вот. И, в принципе, Speedy это довольно круто. Если вы не используете Speedy еще до сих пор, то было бы интересно посмотреть на результаты, если вы перейдете на Speedy. У меня сейчас пропадет голос, поэтому я медленно, наверное, перейду к последнему слайду. Я просто надеюсь, что некоторые вещи, которые я сегодня рассказал, хотя я их рассказал довольно сумбурно, после долгой-долгой поездки сюда, прямо из дома сюда, некоторые из них довольно полезны и будут полезны для ваших проектов. Я знаю, что, в принципе, многие из этих вещей, наверное, вам знакомы. Кто знаком с многими из них? Зачем я рассказывал все это, честно говоря? Но в целом, именно используя эту технику, которую придумали The Guardian, и, может быть, некоторые вещи, которые мы, в принципе, сделали, и я написал большую статью об этом тоже на Smashing Magazine. Если просто писать «Improving Smashing Magazine's Performance», и мое имя, на Smashing это можно сразу найти эту большую-большую статью, где написаны все code snippets и все, что мы сделали в хронологическом порядке со всеми проблемами, которые у нас были. И я сейчас пишу вторую часть этой статьи тоже, потому что мы еще пару вещей обновили и улучшили. Просто я надеюсь, что некоторые из этих вещей будут все-таки полезны, и мы вместе с вами все создадим быстрые, хорошие, добротные responsive sites, и Mail.ru получит PageSpeed Score 99 когда-нибудь. А это очень круто. Мы нет. Вот. Поэтому спасибо, что вы пришли сегодня. А мне нужно пить кофе, иначе я потеряю голос совсем. Есть какие-нибудь вопросы? Должны быть какие-нибудь вопросы? Есть. Давайте. Я тоже пробовал 100 добиться. Вот. У меня получилось, только после того, как я добавил всякую аналитику, абсолютно каждая аналитика, даже гугловская, ломала или что-то. Ну, у нас есть клики, но мы тоже используем аналитику, клики, и мы загружаем ее как leftovers. А, поэтому она... Для Google важнее именно start render time. Для Google пытается понять, насколько быстро загружается страница в плане perceived performance. То есть, конечно, в целом нам нужно, для того, чтобы загрузились все шрифты, и вся реклама, и все скрипты, нужно, наверное, секунды 4-4,5 на DSL. Но мы начинаем, но первый контент начинает загружаться за полсекунды. Это как бы фишка. Ну, у вас есть некая обвязка, которая еще аналитику добавляет. Потому что если вставить как есть, она так... Да, мы загружаем аналитику через onload event. У меня такой вопрос. Если я правильно понял английский, ты рассказывал снова свой опыт. Да. А где же вы прекрасные графики, когда вы сделали всю оптимизацию и пользователи прям поперли на сайт? Этой графики у меня еще нет. Несмотря на то, что страница загружается гораздо быстрее, пока в данном случае сложно определить,
как бы, если у нас больше читателей или нет. У нас трафик довольно стабильный, и он, кстати, зависит от статей. То есть, если, например, выходит какая-нибудь статья, которая имеет очень много трафика, то тогда вся статистика полностью меняется. В данном случае я бы с удовольствием показал такой график, но его не существует еще. Ну, может, он будет через месяц, другой. А может, увеличилось количество просмотров? Я могу показать лайв. Мне что, жалко? Да, мы хотели сделать A/B-тестинг. Но, в принципе, есть очень много тестов, которые говорят о том, что чем быстрее страница загружается, тем больше посетителей не должно быть. Но проблема в том, что мы оптимизировали журнал, но мы еще не оптимизировали наш магазин, онлайн-шоп. Мы сейчас как раз именно этим и занимаемся. О, трафик скорее упал, чем наоборот. Но сегодня. Сегодня у нас не было статьи. Ты знаешь, есть разные истории. Я смотрел на почте. Я брал специально людей, которых... Вот, знаешь, если построить квартиры по скорости на русской странице, они же все равно разные пользователи, может, кто-то в Владивостоке. Я взял пользователя, который от 10 до 20% по скорости закупки и от 80 до 90, чтобы крайний случай отключить. И посмотрел их ретеншн. Он не изменился. Нет? Но ретеншн — это через какое время пользователи все равно... Ну, знаешь, что самое классное, Андрей? Я теперь могу редактировать наши статьи на Edge. Для меня это самое главное. Главная цель, да? Да, главная цель. Я тоже так думаю. Трафик не улучшился, скажем так. Но average time per visit увеличился. Да, но это сложно сказать, потому что на самом деле все эти цифры очень меняются каждую неделю. Зависит от статей. Так мы публикуем только одну статью, а не, скажем, 10 или 15. Если одна статья действительно очень хорошая или одна статья очень плохая, то полностью статистика меняется. Что мне еще вам показать? Кто что еще хочет видеть? Для картинки в другом домене. Нас? Мы используем CDN. Наконец-то. Мы используем Media Temple. Media Temple очень странная фирма. Но они знают, что они делают. То есть здесь у нас, например, effective use of CDN non-existent. Хотя мы используем CDN. И мы посылаем картинки через Media Temple, Media Temple, NetDNA, CDN.com. Whatever it means. Ну, загружается довольно быстро. Раньше у нас была проблема в том, что first byte time был 0,8 секунд, 0,7 секунд, потому что мы, наши сервера находились в том месте, где находится наш офис. И это была большая-большая проблема для нас. После того, как мы перешли на... В CDN, перешли на Media Temple, speed index увеличился практически автоматически на 150 пунктов. Просто потому, что улучшилось first byte time. SVG. Я люблю SVG. SVG — это хорошо, все лучше с SVG. Да. По поводу critical CSS. Вот там страниц там много на сайте, в принципе, контент бывает разный на странице. Да. У нас фишка заключается в том, что в принципе CSS, который мы используем, он одинаков для всех страниц. У нас нет таких особенных страниц, но он общий. Но часто в других проектах, над которыми я работал, действительно сначала находятся самые главные landing pages, и для них именно оптимизируется весь CSS. То есть inline CSS для них... Ну, не автоматом, а именно собирается при помощи этих grunt tools. И тогда нужно разделять, какой inline CSS загружается на какую страницу. Это немножко усложняет все, конечно. Да. Но в конечном случае мы всегда пытаемся, как бы, если юзер заходит на страницу, мы всегда загружаем этот inline CSS, и потом мы загружаем full CSS, и пытаемся добавить его в HTTP кэш сразу. То есть тогда на следующий раз, на другой странице этот CSS уже будет. Да, да. Это... Нет, мы вообще, честно говоря, пока особо ничего не используем, потому что мы это сделали месяца полтора назад, и с тех пор CSS особо сильно не поменялся. Мы все это делали вручную. Мы думали скорее использовать Grunt Critical CSS. А Penthouse хороший, добротный, прочный. Только у меня странная ассоциация со словом. Да, только у тебя. Я думаю, да. Да? А сам HTML контент
если он больше 400 килобайт, то как его взять? На самом деле это не так важно. Самое важное, чтобы именно первые 1000 пикселей имели все, что нужно для того, чтобы они отображались. Нет, это мы не делаем. Но в нашем случае получается так, что важнее для нас, что даже если не весь HTML загружается в первых 14 килобайтов, обычно первая 1000 пикселей загружается всегда. Просто потому что у нас не так уж много CSS само по себе, и у нас не так уж много HTML. И если не HTML не полностью загружен, то все равно большая часть страницы или какая-то часть страницы будет уже загружена. Ну, это зависит, наверное, конечно, от того, сколько HTML. Например, в нашем случае мы видели, что в первых тестах, если собрать CSS не, скажем так, если собрать не именно, если действительно очень много HTML, тогда будут jumps. Да, например, если кто-то ссылается на comments section у нас в журнале, и он прыгает в comments section, то все отображается сначала неправильно, и потом отображается CSS, и потом страница как бы прыгает туда-сюда. И это, конечно, очень неприятно. Поэтому пытаемся как можно больше все-таки впихнуть в эти 14 килобайт. Но в противном случае я бы, наверное, подгружал контент. Я не люблю загружать контент через Ajax или через JavaScript. Но если нужно, то нужно. Что делать? Но по возможности я бы это избегал. Чтобы контент был, даже если нет JavaScript вообще. Весь контент. Single page application, ну а что делать? Придется тогда Ajax использовать. А как разделить на ваши тренды? А я откуда знаю? Ну, вот есть сколько тут, наверное, человек 70 хороших, умных ребят. Кто-нибудь может хорошо ответить на этот вопрос? Что именно? Critical CSS. Слушайте его, надо ему пиво купить, или там кофе, или чай, или фара, не знаю. А ты про эти 14 килобайт веришь на что? То есть почему так? Нет, есть research. Google, Пол Айриш и Стив Саудерс, там была какая-то paper, Илья Григорик, там была какая-то paper о том, почему 14 килобайт. Нет, у тебя в голове просто запомнил цифру 14, а почему? Что-то в этом роде, да. Я понимаю, еще 1.5 килобайта, потому что не в один пакет влезает. Ну, там, если посмотреть, Илья Григорик, 14 килобайт. Смешно. Да, кстати, это статья, которую я написал. Она такая пузатая довольно. Но это, в принципе... Нет. Но тут, в принципе, есть все. То есть все code snippets, все примеры и все проблемы, которые у нас были здесь описаны. Мне интересно, кстати, посмотреть на нее page speed score потом. Это потом. Optimizing critical path, CSS. Деливерит, там, есть, вот что? Деливерит, что именно 14. Да. Все. Что за раунд 3? Хороший, я так понимаю, запросы TCP-соединения, там меньше, чем... Это пакет 1.4 килобайт, по-моему, вот это вот раунд-трип, это как бы ты соединение больше, вот, собственно, и вот первый пакет получаешь, и так ускоришься. Да, в первом пакете. В первом, я говорю, он меньше, чем 1.4 килобайт. Это по 4 килобайт. Может, там просто запятую забыли, и все на 14 килобайт. Я не знаю, что значит EW10, честно говоря. Но это, видимо, очень круто и важно. Да. Но я Григорик, в best case scenario, one route trip render. We don't need to render the full page, we need to render the above the fold content. 14 kilobytes of data delivered in one round trip. Да. CTV-key? Нет. За 1.4 килобайта ты даже, я не знаю,
Я не думаю, что много можно запустить 1.4. Homo Simpsons. Да. Вопрос, да? Да, хороший вопрос. Мы используем, я не знаю, это хэк или нет, но мы используем, например, если пойти на cnn.com, мы используем Web Page Test, Page Speed Extension. Если, например, загрузить, анализировать cnn.com, то здесь есть Optimize Images tab. И здесь есть See Optimized Content для каждой картинки. И что наши замечательные редакторы делают? Мы использовали, мы принципировали много всего. JPEG Mini и PNGTran and PNG Mini. Мы использовали Grand Tasks и так далее и тому подобное. Ничто не оптимизирует картинки лучше, чем этот проклятый extension. То есть, так как у нас в статьях обычно 5, 6, 7 картинок от силы, наши редакторы идут, дружненько так заходит на этот Google Page Speed и оптимизирует каждый файл таким образом, просто сохраняя его отсюда. И опять-таки разница действительно чувствительна. Разница очень-очень большая. Я не знаю, как они это делают, честно говоря, но разница действительно чувствуется. То есть, в принципе, у нас трафик максимум 400 килобайт на заглавной странице. Скорее всего, даже 300-350. Это Google Cache, да, Chrome Cache. И мы ее сохраняем. И потом закачиваем, да. Но, конечно, опять-таки, потому что мы сделали performance improvement optimization, это значило в нашем случае, конечно, что наши редакторы, авторы, им пришлось подумать о том, какие картинки они закачивают и как они закачивают. Не все понимают это, к сожалению, и приходится иногда дорабатывать, потому что если на page speed меньше 99, то я начинаю нервничать. Потому что это очень не круто, потому что я везде говорю, что это что должно быть 99. Ну, минимум 99, конечно. Вот. Но опять-таки в нашем случае редакторам приходится делать довольно много. То есть, во-первых, мы сейчас планируем использовать source set and sizes для responsive images. В данном случае прямо сейчас мы не оптимизируем вообще картинки. Мы ссылаем одну и ту же картинку для всех. Но она оптимизирована, конечно, но на больших разрешениях с хорошими retina screens она выглядит так. Мы сейчас наблюдаем за трафиком и наблюдаем за ad impressions. Опять-таки, все статьи проходят такой performance check. У нас есть чек-лист, где они должны быть полностью, картинки должны быть полностью оптимизированы. Мы должны иметь минимум page speed score 95. Обычно мы стараемся минимум 98 на mobile и на desktop. И редакторы должны проверять, действительно соблюдаем ли мы этот page speed score. Это как бы наш performance budget в данном случае. И есть некоторые проблемы, например, с WebViews, потому что иногда WebViews не работают так, как они должны работать. Если кто-то использует, например, Twitter application или Facebook application, открывает нашу статью в Facebook app, то тогда шрифты загружаются постоянно, хотя они вообще-то должны были бы храниться либо в local storage, либо в HTTP cache. Но они постоянно, довольно часто подгружаются, я не знаю еще почему. А так, в принципе, единственное, что нам нужно еще сделать, это оптимизировать Picture Element. И если вы заинтересованы в этой статье, то есть еще другая статья, Fileman Group, написали How We Make Responsive Websites Load Fast as Heck, где они, в принципе, используют те же техники, как и мы. Или эту статью. И было очень приятно получить письмо от одного читателя из Бразилии, который написал, что Smashing Mac is the only site I can read on an edge connection when commuting in Sao Paulo every day. It makes me think why other sites are not optimizing for slow connections, too. Да. Вот. Есть еще какие-нибудь вопросы? Почему ваш HTML не пожали? Не жали. Он не пожатый, там есть белый, есть комментарии. Да, комментарии в конце надо еще убрать, это мы еще не успели сделать. Потому что мы только перешли на новый сервер. HTML. Даже если мы сожмем его, у нас не будет page speed score 100. А так хотя бы можно читать это немножко HTML. Тоже приятно. Я вообще люблю tabs. Я не очень люблю spaces, но я люблю tabs. Ну надо, наверное. Но...
Еще вопросы? Стало ясно, почему 14 мегабайт. Почему? Как раз 10 пакетов, это первое окно Windows, которое посылает TCP, а потом он его постепенно расширяет. То есть он сначала не на максимальную, не максимальное окно запросов делает, а минимальное. А почему бы тебе не написать статью об этом на Хабр-Хабр и потом перевести ее на английский на Smashing? Я был бы категорически за. Ну, так. Причем написано Microsoft. О, окей. С авторами? Подумай, да. Авторы меня не любят обычно. На это есть хорошие причины, конечно. Потому что, когда выходят статьи, я люблю менять вещи в последнюю минуту, перед тем, как они выходят. Авторы это особо не любят обычно. Кроме того, часто, когда приходит статья, приходит, например, outline, тогда мы посылаем довольно жестокий фидбэк. О том, что это надо поменять, это надо изменить. И Андрей, наверное, лучше расскажет про то, про свой experience. Присылайте, как-то не так написано. Ну, а ты расскажи подробнее, что и как, и вообще, и почему. В общем, как всегда, понимаешь. Ну, в принципе, у нас на самом деле все очень просто. Ваш английский слишком русский. Да, это ваш русский слишком английский. Нет, ваш английский слишком русский, да. Но, в принципе, на самом деле все очень просто. Сначала, если у нас есть какая-то тема, автор обычно имеет какую-то тему, или мы имеем какую-то тему, и мы хотим, чтобы кто-то написал статью, тогда либо автор посылает proposal о том, что, о чем он хотел бы написать, может быть, короткий outline, и мы всегда смотрим очень внимательно outline. То есть outline должен быть detailed, все аргументы, которые в нем есть, должны быть bulletproof, это должна быть действительно солидная, хорошая статья. Потом автор начинает писать статью, и мы посылаем feedback. Это может быть разный фидбэк, может быть editorial фидбэк, по плане, например, tone and voice, как статья сформулирована, структура и так далее. Или это может быть технический фидбэк. У нас есть так называемый experts panel, в котором около 140-150 человек со всего мира, эксперты в разных областях. И перед тем, как статья выходит, она всегда проходит как минимум два reviews, expert reviews. И каждый эксперт дает рейтинг статье от 1 до 5 и дает фидбэк. Если статья имеет 5 звезд, значит, конечно, хорошая статья. 1 звезда – плохая статья. Если средний балл меньше 3,8, тогда статья не выходит. Справедливости ради, если эксперты ставят пятерки, то потом редактора очень помогают. Ну, мы стараемся, да. Но пока вышла только одна статья, по-моему. Две. Одна про File API. File Upload. А, Юр еще. Да, да. Вот, но в целом, если ты знаешь, о чем пишешь, проблем не будет. Так что, да. И вообще, я, честно говоря, не понимаю одну вещь. На Хабре-Хабре постоянно я вижу очень много классных статей с ужасно негативными комментариями. Ну, это прямо вообще. Вот с ужасно негативными комментариями. Нормально написана статья, человек постарался, добавил красивые скриншотики, картинки и вообще, и ужасно негативные комментарии. Ну, наверное, такое тоже бывает. И потом я пытаюсь постоянно, типа, ну, написана уже статья на русском, но можно перевести ведь на английский и публиковать на Smashing, например. И это всегда не проходит. Только в Mail.ru это прошло, например. Но в целом сразу, ну, мы не так хорошо знаем английский, но это займет кучу времени и так далее. Очень классные статьи проходят на Хабре-Хабре, но про них никто не узнает, про эти техники, которые развиваются в России и в СНГ в целом. Они здесь развиваются, здесь известны, есть очень много крутых библиотек. Например, Zencoding вообще вышла отсюда из России, по-моему, Сергей, да? И мне пришлось ему написать, чтобы он написал статью тогда про Zencoding на Smashing, и потом это все получилось, и вышло, и потом вышел Emmet. И Emmet знает действительно очень-очень многие. Есть очень много tools, насколько я знаю, в России. Крутых tools или в СНГ, которые публикуются на Хабре-Хабре. Я их читаю, я пишу авторам, и в итоге они получают ответ. Это очень печально. Надо это поменять. Я думаю, что тогда я буду Андрея посылать. Если бы я увидел письмо от редактора Smashing Magazine, я бы сказал. Ну, тебе я все равно не буду писать письма, так что не волнуйся. Да. Ну, сейчас можем посмотреть. Почему бы не переводить на русский? Да, у нас были, кстати, запросы перевода на русский. Но проблема в том, что мы не хотим просто так иметь какую-то страницу, которая переводит, скажем, 2-3 статьи в месяц.
Если это русская версия, то это все статьи должны быть переведены вовремя. То есть мы ожидаем контракт, мы ожидаем серьезный подход. И на это особо никто не готов. Надо не на русский. Судя по файлу B, что вот в России опубликовали у вас туда-сюда, а потом до него добрались азиаты. И вот тут попробуем. Там ребята. Там их, в принципе, будет. Ну, допустим, какую-нибудь ссылочку рядом со статьей, вот на русский. Да, ну это пожалуйста, переводов вообще-то нет. Ну есть переводы, но только немногие статьи переводятся на русский. И если они переводятся, то они скорее всего выходят на Хабр-Хабр. Если посмотреть на статистику countries, Россия, один 4% всего. Ну и что вы, ну и где вы находитесь? Вы даже на смешинг не ходите толком. Я не знаю, почему столько индусов приходит на страницу, но приходит. Они надеются понять эту шутку про индусский код просто. Может быть, я не уверен. Но это немножко печально. Нас больше, чем Китай, уже радует. Да, это уже радует. А в плане городов. Мне сложно перевести на русский. Я стараюсь, мне сложно перевести на русский. На самом деле я читаю, наверное, статей 15 в день, потому что у меня просто работа такая. И поэтому многие вещи, которые я узнаю, например, из case studies или из проектов, над которыми я работал, или над которыми другие работают, они в конечном счете попадают в workshop. Поэтому workshop для тех, кто придет завтра. Я думаю, что я справлюсь завтра толком рассказать workshop на русском языке. Лучше, чем сегодня, мне кажется. Но там в целом всего 1600 слайдов. Так что нас ожидает завтра веселый, долгий день. Очень веселый, долгий день. Так, в плане городов, интересно, сколько у нас посетителей из Москвы. За последние 90 дней 54 тысячи всего. Так растет. Плюс 27%, это ты, наверное, постарался. Да. Так, я, да. Для тех, кто не попадет на воркшоп, можешь скинуть слайд? А может быть, можно больше людей, как бы, в воркшоп протолкнуть? Андрей? Ты же просил ограничить. Я просил ограничить? Нет, вы можете все приходить. Честно? Да? Нет? Нет, все здесь не влезут, там. Но те, кто очень-очень хочет... Подходите к Андрею, он берет взятки. Я думаю, что Виталий приедет еще раз, и мы охотим на 300 человек. Да? Может быть, тогда у меня голос уже проверится. К тому времени. Да. Буду петь, как птенчик. Может быть. Он, честно говоря, я очень голодный. Сахаров. И кофе мне... Да. Ну, эти слайды я, просто отдам Андрею, и он тогда уже позаботится о том, чтобы все получили. Что? Я могу разместить, да, ну... Они весят не так много, честно говоря. А вы уж это самое, по своим каналам ссылку разошлем. Надо сейчас экспортировать, закачивать. Я кушать хочу. Да, я думаю, можно. Но, в принципе, вся информация доступна на статье. Статье. А, кстати, для тех, кто не попадет завтра на воркшоп, завтра будет очень много интересных вещей. Это для того, чтобы... А, ну еще его экспортируют. Ну, видишь, что ты сделал? Wi-Fi? Нет, она экспортирует PDF. В плане завтрашнего дня больше нас ожидает.
Вау. Metro. Окей. Нас ожидает первая часть. Посмотрим 13 слайдов. Это только дизайн UX. И в целом... Сейчас только покажу тему. Тут не особо видно, кстати. В целом будем говорить о дизайне UX в целом. То есть как бы design perspective, responsive components, web forms, URL design, navigation, responsive workflow. И мы говорим об atomic design тоже. И вторая часть будет полностью вся, опять-таки, более детальная о том, что мы сделали для performance optimization, но и lazy loading, например, что делать с responsive images, что делать с responsive newsletters, что делать с responsive typography, how to organize media queries, maintenance issues и так далее и тому подобное. То есть завтра будет весело. Кому приходилось, кстати, делать responsive email newsletters? Responsive email newsletters, email рассылки. Кто наслаждается этим каждый день? Отображать? Да я думаю, что, наверное, да. Вы поддерживаете медиа квери, кстати? Ну, скорее всего, нет. Ну, там... Все ясно. Как правило, есть то же самое, как-то security issues. Есть. Но это не моя проблема. Моя проблема, что медиа квери не поддерживаются. Вот. Да, я очень хочу кушать. Спасибо. Спасибо вам.